Всем здравия! Вы находитесь на канале братьев Приходько. И вот сегодня настал именно тот день, когда мы вам покажем заветную лунку. Или лунку счастья. Или волшебную лунку. В общем, смотрите. И вот такая рыбалка у нас была 3 дня. Окуня поймал. Окуня поймал, да. И один еще... Ну такой вот где-то попался, я его отпустил. Вот так вот. От одна. О, видишь? Отвел опять повыше. Опять поклюв. Опа, есть. Опа. Ого! Вот это окунь. Я таких еще не видел. Нормальный. Да? А кушочек. О, клюет. Давай. Еще, о, один. Еще один. Еще крупнее, по-моему. Вот это да. Вот это нормально. Ну да, им опарыш не нужен, не надо. Червяка здорового, железяку. Смотри, сразу. Они стоят прям подо льдом. Ай. Ну вот это да. Как я мечтал поймать. Место такое здесь, чтобы были пушки нормальные. Чуть, смотри, 4 штуки, ну 5 считай, одну отпустим. О! А? Что такое? Есть! Вот это да! Заветная лунка окуней. Нормально вообще. Одного такого зажарить и вообще вот... О! И наесться. На спуске. Да. Есть. О. Ого. Вот это да. Вот это окуня. Вот это окуня. Вот это рыбалка вообще. Нашел заветную лунку окуней. Прям вообще. Не удивляет. Есть еще один кабан. Вот это да. Вообще я прям довольный. Такие красавцы. Видел прям. Вообще прям тянется еле-еле. Вот это да, еще больше. Такие лапки. Окуня лапти просто вообще, огонь. Вот это драйв. Тихо, смотри, бак ушел. Сошел. Еще один. А в тех лунках ничего не было, да? Ну, я не знаю, может там тоже будет. Вот. А ты не ходил сам? Нет, я ходил, просто я на дно кидал. А. Ты же видишь, где клюет? О, смотри. Вот где клюет. Подо льдом прям. Иголка тут стоит неизвестно сколько. Кан. Да уже, наверное, полкана. Такие здоровые. Только опускай. Бах, 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 бах. Я своим глазам не верю, честное слово. Я такой рыбалки с детства не помню. Просто опускаешь. Вот это еще больше, походу. Он уже как этот, как он. Как и ясь. Здоровый. Вообще, меня прям потрухивает аж. Ах, ты убежал. И червяка забрал. И червяка забрал.
Так, ну сейчас поправим, исправим ситуацию с червяком. Так, я, наверное, сейчас даже немножко поэкономлю. Раз тут такое же отношение. Ну да, тут можно по половине. По пол червяка им сейчас буду предлагать. Или даже, ну да, на крючок как раз. Вот это да. А ну-ка на ты. Иди. Какая тяжелая. Да, вот так. Поудобнее. Ниже пускай. Вот. Прям вверх, как снизу атаковал. Да, да, да. Вот это да. Веселуха, да? Аттракцион, да. Аттракцион. С непривычкой. Червя нету. Червя нету. Здорово. Я даже не обращаю внимания. Сон рыбака. Вообще прям. Рыбалку хотели. Вот он спрашивал, где рыбалка. Вот рыбалка, вот рыба. Есть рыбалка. Нашли заветную ямку, лунку. Ну а полную версию смотрите во всех частях выезда на таежные реки Республики Коми.